Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор. Вот такой вот накладки на транец, выполненная из пластика от компании Патриот. Немножко сразу по ее размерам. Размер получается 25,5 на 9,5 сантиметров. Вот, накладка у нас для фиксации лодочного мотора на 5 отверстиях. Толщина получается у нас 5 миллиметров максимальная. Ну, внутреннюю толщину, я думаю, так понятно, она около 3 миллиметров получается. Вот такая вот накладочка. Можно заказать у нас на сайте. Ссылочку найдете в конце видео. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Рекомендую.